Друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить с вами еще раз о канах. Помните, вот 18 марта мы высаживали вот здесь теплицы, и потом три каны, и потом я их унесла домой, стояли они на стеллаже, почти месяц они уже как прорастали, и вот такой вот разный у них результатик. Ну, здесь вот тоже почечка появляется уже. Проклевывается. А вот эти каны я садила, наверное, недели на 2-3 пораньше. И вот они какие уже большие. И сегодня вот принесла их в теплицу сразу. Вот так. Приучать к солнышку уже нужно потихонечку. Помаленечку. Вот это красиво. С таким листом. Ну и схожесть, конечно, у всех разная. Все по-разному выглядят. Видите, больная какая-то. Вот никак она не хочет расти здоровой. Вот здесь и то вот смотрела, и то уже что-то коричневое, какие-то поражения. Ну, посмотрим. Ну, вот эти корневища, конечно, были обработаны в жиденькой марганцовке, выдержаны минут 10-15. И потом вот так посажены. И вот горшочек. Кстати, вот здесь я брала три штучки, три корня. Но когда я их начала разбирать, они были такие гнилые. Я многое что там пообрезала. И все три я высадила в один горшочек. Потому что ну, там практически ничего не осталось. И вот за полтора месяца, пока здесь ничего не взошло. Хотя соседки-то вон какие сестренки стоят. Ну, еще надеюсь на что-нибудь хорошее. Вот это вот, видите, еще там вот почечка просыпается. Три стволика еще просыпается. И у этой три стволика, три почки проснулась. У этой в горшочке вот две почки проснулась. Вот крепкий солдат с одной почкой. Но зато какой крепкий. Это тоже вот одна. Так что все по-разному. Я вот первый год вообще вот канами занялась. Ну вот вырастить, посмотреть. Было бы тепло, уже можно было бы такие высаживать. Но, увы, у нас в Сибири это еще очень даже рано. Они пойдут в грунт. Это в начале июня, не раньше. Если не в середине июня. Как у нас говорят, в июне у нас еще не лето. А в августе уже не лето. Так что пускай сидят в горшочках. Я их сейчас пониже поставлю, чтобы солнышко на них не падало. Все-таки это у них первый день. И такой солнечный у нас сегодня день. Сегодня плюс 20 пообещали. Теплица уже 34. Но кондиционера у нас здесь нет. Только проветривание. Окна и дверь. На этом все. Всем хороших всходов. Выращивайте каны. Я думаю, мы увидим их цветение в этом году. До свидания.